Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. І валяється, блядь, все нахуй кругом. Носки, блядь, все, на тапки, блядь. Ой, туда треба собі брати, наконец. Привет, привет. Блять, просто сегодня магазин, не было воды. Ну да похуй. Я так я забыл вообще даже соком взять. Я в итоге пью, блядь, кипячу. Да? Это мой планшет. Я как бы, да, зашел сообщить вам новость. Он что-то умеет вибрировать, что ли? Да. Блять. Скрипка. Я зашел сообщить вам новость. Я уезжаю. Да, сегодня, короче, уезжаю. Почти на полмесяца. Да? Не знаю, давай уже скорее. В Беларуси уезжаю. У меня поезд через 2 часа, я сижу. Ой, я сейчас, короче... Дома нихуя не делаю. Буду приглашать здесь всяких разных проституток. Так вам мое поздравление с 8 марта. Я не знаю, что там за поздравление, лично я ничего не получал. Какое поздравление? Не знаю. А кто пишет, сейчас скажу. Кто написал? Не покажи, Ваню. Ваня, приглашать он будет. Ну так раз Трепину, а не меня. Причем я здесь вообще? Как ноги у меня болят, а? К тебе гости придут кальян курить? Кто, блядь, там придет? Я не знаю. Как эту хуйню несут, непонятно. И кальян, блядь, это... Не знаю, я ничего не получал. Вы что-то попытали. В смысле, что с волосами? Волосы как волосы. Это оружие противно пить. Угу. Да, это мои, блядь, что еще надо? Нахуй, на выход отсюда, живо. Да, каждый день. Да, я самый умный, блядь, ты самый здесь тупой, на выход. Ух, блядь. Привет, все хорошо, уезжаю сегодня. Блядь, опять тебя Александром назвали. Меня? Да. Ты ебанутые люди. Деревня нахуй отсюда. Через 2 часа у меня поезд. Почему яблоками пахнет? Не знаю, там что-то жрут. Ты нахуй богатая, что ли? Чего вообще не понимаю? Могу себе позволить. Ну, конечно. Видел я нахуй твой энерджи. Блять. Это написала Аня. Типа, ты такая спокойная, выебанная. Где? А, это Лисанова. Где? Ай, помогите, блядь. Сегодня Лисанова. Будешь ты это, да? Ебать ты стрёмный. Перископ будет сегодня вечером, я буду такое... Я буду унижать мужиков по делу, потому что за это вот... Сегодня я проснулась, и за это время, примерно за 2 часа, передо мной успели унизиться 4 мужика, именно, блядь, вот показать свою суть, то, что они, блядь, неполноценные. А, во всех планах. Поэтому с 8 марта удалось поздравить их не меня, а всех, вот кто вот сегодня будет девушки в перископе. Потому что бабы в перископе любят, когда я унижаю их. Ой. Что сказал? Да. Кто на фоне? Хуй твой. Ты
кто еще? Да я еще не выговорился, я буду выговариваться у себя там. Ты хоть знаешь, что такие лярвы, дура? Извини, о, блин. В астрал нахуй один раз вышел и думает, знаешь, что такое лярвы. Ебанутые. Ой, у меня планы собрать сумку до конца и уехать. Где я? Ай, помогите, блядь! Беларусь еду. Не знаю. Еду до конца месяца. Блять, ты заново это Степашкина, блять, выдала нахуй фразу года просто. До свидания, Денис. Денис Пеннис. Да, надо как бы сумку собирать, я сижу. Какую сумку ты уже собрала? Надо до конца проверить еще. Понимаешь, это Степашкина, я раньше не мог выговорить эту фразу, потому что, оказывается, ты в ней мне не выдала транскрипцию нужную. То есть не где, а где. То есть там еще я незаметная получается. То есть получается где, и потом ай, а не а. То есть получается где, ай, помогите, блядь. Все очень неграмотно сказать. Я вообще не понимаю, что происходит. Снэйл Гика. И можешь посмотреть, там у него то ли 19-й, то ли 18-й бедром. Там про меня уже давным-давно снимали. Почему твой отец, блядь, не брызнул нахуй? Так. Чё, все, да? Как бы я выхожу? Не знаю, смогу ли я зайти в перископ. Где в поезде? Ты, короче, знаешь что? Я не знаю, как там со связи. А знаете что? Я, короче, как-то ехал в поезде и очень сильно перезбудился. А можно как бы лайков, да? Спасибо. А у меня была отдельная купе, то есть я был один в купе, и у меня работал интернет. Короче, что я устроила? Я начала дрочево, но, естественно, не одна, и там много с кем. Я начала дрочево одновременно в этом, как это называется? Купе? А, да нет, ну, в телефоне, приложение-то. А, WhatsApp. Блядь, я там со всеми, меня так возбудило, что это делается, все происходит в поезде, в купе, в одного. И они такие, вау, you're so crazy. Ну, это были америкосы, мои там одни знакомые друзья. Вот, короче, так. Ой, короче, где? Ай, помогите, блядь! Такая ты ебанутая. Помогите, блядь. Да. Красивый голос, да. А, короче, там, все. На выход я готовлюсь. Не знаю, что там как с интернетом будет у меня, но я думаю, что, скорее всего, выйду. Если я дрочила в поезде, то у тебя тем более интернет будет. Вот, так что через сутки ждите меня в сети. В перископе. Ловите ее на вокзале. Хотя нет, даже больше, наверное, через двое. Ну, спасибо, как бы, да? О! Спасибо. Все, короче, давайте, пока-пока.